В этом году в арбитражный суд Рязанской области поступило почти 11 тысяч исковых заявлений. Это на 5,5% больше, чем в прошлом году. С сотрудниками суда проделана огромная работа. Большинство заявлений рассмотрено в установленные сроки, и интересы заявителей полностью удовлетворены. Были случаи, когда заявления возвращались в связи с их надлежащей подготовкой и дальнейшим невыполнением требований суда. За 2019 год арбитражным судом разрешено 17 310 дел и заявлений. Из них 4954 дела по экономическим спорам, возникающим из гражданских и иных правоотношений, 3597 дел по экономическим спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. За прошедший год сложилась стабильная тенденция в работе сотрудников суда. Количество разрешенных дел по сравнению с 2018 годом в значительной степени увеличилось. Более чем в 4 раза увеличилось количество рассмотренных споров, связанных с охраной интеллектуальной собственности. Если в 2018 году было рассмотрено 45 дел, то в 2019 году мы рассмотрели 197 дел. Это на 338% увеличение составило. Озвученные на заседании показатели работников суда свидетельствуют о их высоком профессиональном уровне. Арбитражный суд Рязанской области традиционно занимает по качеству правосудия первое место в Центральном федеральном округе. Результаты работы коллектива суда за 2019 год оценил губернатор области. Законодательство настолько сложное, во-первых. Во-вторых, подзаконных актов огромное количество. Они часто меняются, и поэтому, собственно говоря, в том числе возрастает нагрузка на одного судью ежегодно у вас в арбитражном суде. Но, тем не менее, вы настолько профессионально к этим вопросам подходите, что качество остается на первом месте, и качество остается самым высоким в ЦФО, ну, я думаю, и одним из самых высоких в Российской Федерации. В преддверии празднования победы в Великой Отечественной войне губернатор наградил юбилейной медалью 75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов участника войны Терешину Раису Ивановну. Также памятные знаки и ценные подарки за успехи и усердие в работе получили некоторые сотрудники арбитражного суда. Результаты работы сотрудников суда не только отмечены грамотами и наградами. Прежде всего, это выражается в доверии со стороны населения. Все больше граждан предпочитают разрешать экономические споры в судебном порядке. Это говорит о высоком профессионализме, организаторских способностях председателя арбитражного суда Ларисы Игоревны. И, конечно, все больше и больше наших граждан предпочитают решать экономические споры цивилизованным путем. Одним из главных показателей эффективности деятельности арбитражного суда является справедливое судебное разбирательство. Несмотря на огромное поступающее количество заявлений, сотрудники суда рассматривают все дела в установленные законом сроки. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».